Всем привет, друзья, с вами Назар, и в этом видео я запишу свой первый подкаст. Как и обещал, поговорим в нем мы о первом месяце сбора средств на новый компьютер. Второй темой у нас там будут вопросы, о которых я говорил, чтобы вы мне задавали. И на третью тему мы оставим планы по каналу, какие будут игры в будущем. Вот, на следующий месяц, можно сказать, да, можно и на 2, и на 3 даже сказать. Потому что планы, как сказать, так сказать, наполеоновские, вот. Ну что ж, давайте перейдем к первому пункту, сбору средств. Вот, перед вами таблица, вы ее, наверное, могли видеть. Датируется она по состоянию на 2. Так, тут уже нужно заменить. Небольшая ошибочка на 2. Октября на сегодняшний день. Вот, было собрано 7929 рублей 44 копейки, то есть, ну, почти 40%. Вот тут показано по месяцам, на какие системы платежные были присланы деньги. Donation Alerts — это на стримах, WebMoney и Kiwi тоже было немножко мне прислано. Ну как немножко, хорошо было прислано, очень даже хорошо. Ну вот за что я благодарю этих людей. Список людей, которые мне присылали вот в этом месяце. Я буду каждый месяц делать такие видео и буду, ну, высвечивать, кто сколько прислал. Вы героев наших видите у себя сейчас на экране. Аплодисменты им, аплодисменты. Вот. Ну, продолжаем собирать потихонечку, я думаю, соберем. Конечно же, это первый месяц, ну, всегда так, что сперва кто хочет, тот поможет, а там уже, ну, потихонечку соберем, я думаю, ничего, никуда не спешим, да, можно и так сказать. Вот, дальше. Дальше что у нас пойдет по вопросам, которые... Ну, я вам говорил, что можете задавать мне ВКонтакте. Там было создано в группе специальная тема. Вот ссылка на группу. Там была создана тема. Был задан один вопрос. Вот. Для начала уже неплохо, что хоть один был задан. Там человек спрашивал или просил, можно сказать, покажу ли я свое лицо. Покажу. В том же ВКонтакте, там есть опять-таки ссылка на мой профиль, личную страницу, там создам альбом и загружу парочку фотографий. Посмотрите на мою харю, кому интересно. Вижу, что хоть кому-то интересно, значит, посмотрит себя. И да, кстати, насчет вот этого сбора, кто, ну, не в курсе, кто первый раз слышит, что такое что-то идет, вот здесь есть плейлист с подкастами. Сюда вы себе заходите, и тут вот есть видео, где я все объясняю, поясняю, говорю, что собираем, на что собираем, почему собираем, и так дальше, и тому подобное. Кому интересно, там себе посмотрите. Вот, ну и переходим, давайте уже к следующему пункту, к последнему. Это планы, какие у меня есть. Тут еще даже можно... добавить вот так. Civilization 6 под вопросом. Вот так можно сделать. Так, пройдемся по пунктам. Первое, что я планирую снимать, это 4-я Европа, Османская империя, об этом я уже много раз говорил. Будем брать там ачивку на одну веру, называется эта ачивка, нужно будет обратить в свою веру весь мир, то есть других вер не должно существовать. Вот, выбрал за Осман, почему? Потому что в новом DLC им добавят уникальную форму правления, у них будет, ну, не то что управление, у них будет такая функция, как гарем,
Там можно будет выбирать себе наследника, какого захочешь, от наложниц, так сказать. Вот, и, ну, мне, да и сам давно уже хотел поиграть за османов, я никогда ни разу за них не играл, я обычно, ну, за такие либо средние, либо маленькие страны что-то играю, а вот за такие большие редко бывает. За Австрию только было большое прохождение. По большой стороне в основном у меня это все мелкие. Ну, вот захотелось за Осман поиграть. Ну, просто так. Вот. Дальше Империя Total War с модом Pirates Uberallers. Я уже давным-давно хотел поснимать Империю, но я тут не знаю. Возможно, на стримах получится. Я еще не пробовал. Я знаю, я обещал, что попробую Империю уже давным-давно, уже месяц назад, наверное. Ну ладно, не месяц, 3 недели назад. Ну, попробую. Если получится стримить, если будет без лагов, то буду стримить. Если нет, то сниму сериями как-то. Дальше. Казаки 3. В компанию еще, наверное, одну пройду. Возможно, за Украину. Что-то хотел за Украину пройти. Вот, я сам из Украины, так что хотелось бы пройти за Украину. Правда, не знаю, когда это будет и как это будет, но оно будет. Будет. Вот, дальше пойдем. Red Alert 2. Тоже суперская игра. Одна из моих любимых стратегий. Тоже хочется его пройти. Скорее всего, что на стримах, потому что, ну, игра слабенькая, я думаю, компьютер потянет. Вот, так что ее пройдем потихонечку на стримах. Возможно, после Японии, вот Япония, у меня был стрим сегодня буквально. Ну, правда, я не знаю, там, ну ладно, еще один стрим точно по Японии сделаю, а дальше увидим, посмотрим. Все равно, скоро выходит. Когда там выходит 11-го, вот, ну, буквально через неделю, можно сказать, новые, ну, это DLC-шка. Тут еще один стрим, я думаю, запилю по Японии, там повоюем немножко. Хорошо, идем дальше. Весь Warcraft, что я под этим подразумеваю? Насколько вы знаете, есть 3 игры по Warcraft'у. Ну, 4, ладно, 4. Первый... Orcs and Humans, второй там Beyond the Dark Portal, ну и третий там Reign of Chaos и с дополнением. Я хочу их все пройти. Да, первые две — это там графика очень страшная, древняя игра 90 какого-то там, не знаю, 92 или 96 где-то так. Эти игры, но мне хотелось бы их пройти, все-таки, ну, собесять такую целую цепочку, так сказать, развития событий этой вселенной. Вот, скажем, это так. Ну, тут по-любому придется первый и второй тут... Ну, первый точно на сериях, второй, не знаю, возможно, на стриме, ну и третий тоже можно легко на стриме пройти. 3D даже лучше, наверное, будет, если на стриме, хотя, ну, не знаю. Посмотрим. Там они недолгие, там их можно нормально пройти, себе записать. Вот, что-то мне вот захотелось такую вселенную Варкрафта, да. А насчет 4-й Варкрафт, это World of Warcraft. World of Warcraft, конечно же, его записывать не буду. Это уже немного не в тему канала, совершенно не в тему. Ну вот, хотя я его играл достаточно плотно. Классная игра, да. Хорошо, с этим закончили. Civilization 6, цивилизация 6, цивка, как у нас ее называют. Почему под вопросами? Потому что не знаю, пойдет или не пойдет. Вот, ну, надеюсь, что пойдет. Я посмотрел видео, других сейчас уже начали выкладывать. Попросил там у представителей, которые им давали вот эту... пресс-версию, может, мне вышлет, но я попробую. Ну, вроде бы там графика такая, ну, простенькая, даже можно сказать планшетная. А, ну, черт его знает, сами знаете, как теперь делают игры, сейчас напихают всякой херни, которую вы даже не видите своим глазом, но главное, у вас видеокарта греется на 100%, на 100 градусов там и так дальше. Такие теперь игроделы. Ну, нужно продавать, знаете, новые видеокарты.
чтобы рынок не стоял и так дальше. Ну, если получится, то и шестая цифка будет. Вот, ну это такие ближайшие, можно сказать, до зимы. Вот это точно чего-то больше вряд ли будет. Я себе вот такое запланировал. Ну, Warcraft, он будет долго идти, ну, там до лета, да, может до следующей осени будет. Будем видеть, как он будет идти. Вот. Так что на этом буду с вами прощаться. Вот. Первый мой подкаст. Не знаю, нормальный или ненормальный. Ну, наверное, нормальный. Вот. Так что всем спасибо за то, что смотрели. С вами был Назар. Всем пока, до новых встреч. Всем всего хорошего, всем удачи.